всего лишь две. Всего лишь две. Скажу, что вот показавший, добавивший эти самые три минуты Равшан Эрматов сегодня сравнялся по играм, проведенным по ходу одного чемпионата, с предыдущими рекордсменами. А это удар. И вы смотрите, на самых последних минутах уругвайцы умудряются забить-таки еще один ответный мяч в ворота Стекеленбурга. Стекеленбург очень недоволен своими защитниками. Ну а уругвайцы поздравляют Макси Перейру, защитник сборной Уругвая. Очень неожиданно для команды Голландии.